Всех приветствую. Продолжаем знакомиться со скандинавскими сагами. Старкад. Герой скандинавской мифологии, безжалостный и жестокий воин-викинг, с именем которого связано огромное количество подвигов. Герой был подданным датского короля Фротта. Он представляет собой уродливого человека огромного роста с клыками, выступающими изо рта, и с шестью руками. Однажды между Старкадом и Тором произошла схватка, в которой великан лишился четырех рук и стал двуруким. Своим учителем и покровителем Старкад считал Одина. В одну из темных ночей они вместе отправились на остров. Там, на лесной поляне, герой увидел 12 престолов. На 11 из них восседали люди, а 12-й занял Один. Учитель наградил Старкада за верность тремя жизнями, даровав ему владение поэтическим слогом и богатством, обещал уважение знать. В благодарность за это Старкад намеревался провести символическое жертвоприношение, надев норвежскому королю Викару на шею петлю, а к телу его прислонив стебель камыша. Но мгновенно петля стянула шею, и камыш стал острым копьем и пронзил тело жертв. Тор предсказал Старкаду злодеяние в каждой из трех жизней и ненависть простонародья и предрек, что не найдется для героя удовлетворения ни в одной из жизней. Для того, чтобы попасть в Вальхаллу, к Одину, Старкад должен был погибнуть от меча. Будучи уже глубоким старцем, ослабевшим и почти слепым, он решил найти смерть от меча. Взяв горшочек с золотом, он искал того, кто соблазнится на деньги и умертвит его. Свою смерть герой принял от руки Хатера и попал в ад. Ну вот такие данные я нашел о Старкаде из скандинавской саги. Это герой скандинавской мифологии, безжалостный и жестокий воин-викинг. Пока-пока, до свидания.